Мысли веры. 8 апреля. Облекитесь в новый ум. Ибо в вас должны быть те же чувствования, на греческом франео, понимание, мышление, чувствование, какие и во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Я обратил внимание на одну проблему – Слишком много христиан фамильярно относятся к своей падшей природе, своему природному темпераменту. Они отбрасывают это все, говоря, а это всего лишь часть того, что есть человек. Стыдитесь, кому вы говорите это? Да, мы люди, но нам нужно жить, как людям, которые обнаружили пустую гробницу». Мы люди, имеющие святую способность, силу Бога, которая может сделать человека вечно живущим и даст ему совершенное прославленное тело. Пусть же каждое утро у нас будет новый ум через милости и утешение Бога. Давайте жить новыми жизнями, в новых начинаниях, новых сердцах, новых мотивациях, новых основаниях новых предпосылках, в новых итогах, в новой дружбе и в новых взаимоотношениях. Оставим ветхость буквы и будем жить как новые творения по новому завету с новой жизнью. Карл Стивенс